В настоящее время сотрудниками спасательного центра Краснослободского филиала ЮРПСО, а также сотрудниками регионального главка оказывается адресная помощь пострадавшим в результате взрыва. Нашими сотрудниками выносится их имущество и отправляется по месту жительства настоящего. В этом подъезде находится 36 квартир. Работы ведутся в 14 квартирах. 8 квартир уже полностью освобождены от мебели, от вещей и опечатаны. Значит, работают у нас сотрудники МЧС со всех городских пожарных частей, также работают службы спасения, работают спасатели с Ростова. В подъезде во всем доме установлены специальные маячки, чтобы следить за поведением строительных конструкций. И на каждом этаже у нас дежурит спасатель, обеспечивая безопасность при проведении работы. Нам очень оказана большая помощь, очень хорошая. Ребята таскают, прям помогают. Какие вещи вы забираете? Ну, мы забираем необходимые, такие все, вот там, что касается одежды. Вот эти все уже не в состоянии, уже некуда везти. Нам они уже, ну, как говорится, уже куда тяжело. Вы повезете вещи? Ну, сейчас договорились, временно отвезем в гараж, потому что, естественно, некуда пока свозить. А ну, там вам уже будем... сказали, что есть какие-то площадки, кому необходимо? Что предупредили, администрация говорила о том, что есть площадки, там определенные места. Ну, мы еще не с ними не обговорили, потому что сейчас ни лифт, ни свет не работает, и мне вот спуститься тяжело, чтобы договориться. Какой этаж у вас? Шестой. Шестой? Не страшно в доме находиться? В данной... Нет, вы знаете, вот какие-то родные стены, очень много, на следующий год 30 лет. Конечно, жалко, но не страшно. Как вы сегодня попали, как все было организовано, помогают ли вам сотрудники МЧС? Да, помогли, крупные вещи все вынесли. Ну и мы своих друзей, ребят пригласили тоже в помощь. Практически почти все освободили. Уже вот сейчас там разбирают кухню встроенную. Все организовано нормально. В шахматном порядке. Ну так вроде бы, друг другу не мешают люди, все спустили вниз. Вот сейчас остатки спустим. Все нормально. Ну, место вы куда будете привозить свои? Есть пустая квартира. Нам дали. Гараж. Да, ну, в общем, туда вообще просто бетон в бетоне мы туда поставим. А сами, ну, сняли, хотим снять квартиру. Здесь на 7 метрах, потому что ребенок кушается. Жалкая квартира. Пройдите, посмотрите. Сейчас. Ну, у нас ремонт только сделали. Пройдите, посмотрите. 24-я квартира, мы за полтора лимона сделали ремонт. Поэтому... Не знаю, что у нас. Дали время до темноты. То есть мы то, что мы вынесем, потом мы квартиры эти опечатываем, и все, и составляется акт о том, что... Это муж сказал, что вы сняли квартиру? Нет? Муж, мы просто вчера смотрели варианты квартир, да, потому что ребенок болеет, но у всех жизненная ситуация, да, как бы все не знают. То есть кто-то отмечал юбилей, кто-то что-то там... У нас гости были, я стояла у окна, то есть во время вот этого всего, то, что случилось. То есть разговариваю по телефону с мамой, вот этот произошел взрыв, как бы, и вот это все созерцая глазами, да, как летят щепки, летят... Страшно. Прыгали с окон сгоревших. Поэтому как бы бабушку на скорой вывозили, были лежачие. Страшно, три взрыва, ну очень страшно.